И всем привет, меня Александр Навасов, в данном видеоролике. Сегодня я проверяю прицелы Неви, и я сегодня буду играть с этими прицелами. Я загружаюсь на карту с Fui Game Mode Custom, где можно выбирать любой прицел для вас, и подключаюсь к серверу, сейчас жду, пока загрузится, что-то долго загружается, ну ладно. Так, и я как люблю, я выбираю, конечно, команду КТ, потому что КТ это довольно-таки сильная команда, я люблю за КТ играть. В общем, смотрите, у меня сейчас стоит прицел Эдвард, я с него играю и на основе, и здесь. Желтого цвета, потому что мне цвет Эдварда не нравится, он какой-то странный. И поэтому я все-таки предпочел взять желтый, потому что, ну, у меня интерфейс желтый, мне так как-то называется, приятнее играть вот так вот. Ладно, и сегодня мы будем тестить вот эти вот прицелы. Обычно берем прицел Эдварда, то есть он первый идет в прицелах, и будем каждого сейчас посмотреть, короче, электроник второй будет. Ладно. Идем сюда, и сейчас мы будем тестить это все в игре. Так. Не, ну этот прицел так уж нормально. А, там бесконечный патрон, да? То есть, если вот так вот быстро играть, то можно спокойно вот так вот в хеды раздавать. То есть, спокойно вот вообще. Вот так вот. То есть, не напрягаясь вот так вот ходить и раздавать хеды. Даже вот так вот. Если немного вот так вот. Ну, как-то вот так вот. Даже если он прыгает, да ладно. Тут можно поменять типа карту или что? Типа, она не поменялась. А, видимо, это. В общем, еще это реклама сервера будет. Ладно. Так, второе это электроник. Электроник играет с таким странным прицелом. Нет, прицел мне не нравится. Он какой-то, ну. Ну, его сложно заметить, и когда надо будет стрелять, я как будто с невидимым прицелом играю. И это как-то необычно мне, для меня. То есть, ну, вот так вот, если там, не знаю, я не знаю, как это в игре, потому что в игре я это не пробовал, но здесь, как бы на это, издалека, то есть, неважно откуда, я могу, вот, например, взять калаш, допустим. Попробую с калаша, я же с калаша не пробовал. Давайте я с калаша попробую. То есть, вроде бы нормально. Но я зажимаю, как бы, ладно. С калаша-то. Ладно, я не буду проверять, то есть, все это. Так. Флейми. Давайте. Стиль 4. Не знаю, что такое стиль 4. У меня постоянно почему-то вылетает стиль 4. Ну, а так, с USPA вообще, ну, то есть, если бегать, то, ну, если бы они не прыгали, то можно раздавать спокойно в хеды и никакой проблемы. То есть, нормально. Из калаша же это делать стоит вот так вот, но я не буду это проверять, потому что мало времени. Давайте... теперь это будет Simple, такой вот хороший игрок, и Simple играет с таким вот странным прицелом. Вот я хотел о нем поговорить, потому что я с него никогда не играл, я не пробовал с него играть, хотя многие хвалили этот прицел. Но сейчас проверим, можно ли с ним вообще поиграть, и играбельно вообще ли это. Ну, для меня это непривычно, потому что обычно я играю или с прицела Эдварда, или с другого, кое-какого другого прицела. Ну, а так, ну, ладно. Вообще, для прицела, ну, если вот так вот близко встать, я не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, это, может, я еще хорошо просто играю. Не знаю. Ну, если попадаешь, то нормально, в принципе. Если прыгаешь... Нет, ну, для прыжка это разброс все равно такой есть. Калаш. С калаша, если зажимаешь, здесь... Прицел вообще роли никакой не играет вообще, если ты зажимаешь. Зажимаешь сам свой прицел. А вот если раздавать, то есть если ты сел где-нибудь вот так вот за углом и вот так вот берешь вот так вот, то нормально раздает, в принципе. Если поменять его, например, на цвет другой. Сейчас, допустим, вот такой вот желтенький можно поменять. И вот такой вот можно с ним поиграть. То есть этого... Симпла мне не нравится, потому что, не знаю, мне Эдварда понравился. Я проверил все эти прицелы, и мне понравился именно Эдварда, я не знаю почему. Зевс, давайте Зевс. Как ни странно, у Зевса какой-то странный прицел. Он
Ну, не стандартный, как у обычных, ну, у стальной команды, короче. Ладно, сейчас мы попробуем сначала с Юспа раздавать. Возможно ли это с Юспа вообще раздавать? Я думаю, ну, не знаю. Блин, этот прыгает, мешает. Не, ну, если попадаешь, то ты попадаешь. Ну, вот, я должен был убить хедшота, но до хедшота что-то не долетело. Странно. Странный, непривычный прицел, похож как-то на стандартный, но он не разлетает. Можно еще поставить, чтобы он разлетался. В общем, сейчас попробуем с калаша. Например, вот так я выбегаю, начинаю раздавать здесь, зажимать или что-нибудь еще. Не знаю, по-моему, как-то неудобно. По мне так и нет, неудобно как-то. Для игры нет, это неудобно. Но вот, например, если сидеть здесь где-нибудь, в уголку, ну, я не знаю, для меня это прицел какой-то странный и непривычный, потому что с таких прицелов я не играю, но он видный, с него, ну, то есть его видно, ну, и прицелиться в голову вроде проще, но, блин, говорю же, это я так играю. Как бы это сейчас тайминг работает, то, что вот так вот я сейчас играю, но это я так играю. Другой игрок так бы не играл, потому что он даже в голову не попал. Вот я двигаюсь, например. Я могу в движении, например, в хедшот попасть. Потому что я достаточно такой хороший игрок. Ну, нормально, нормально. Но сам прицел мне не нравится. Вот самый нормальный, оптимальный прицел, это именно вот такой вот. Он маленький, достаточно такой вот, можно сказать, толстый по этим, как назвать-то, по полосочкам этим. И играть с ним попроще, наверное. Ну, вот так вот, то есть, если ты сидишь, например, ты вот, все, сразу хедшот раздал, например. Вот так вот можно сидеть, спокойно убивать в хедшоты. То есть, так же, как и это. Немного не попадаю, потому что далеко сижу. Потому что я обычно здесь сидел, потому что так вот сидел. А там я сейчас дальше сидел, чем обычно. Но вообще, это такой прицел нормальный, мне он нравится. Я когда играю именно с него. Но я выбираю еще один прицел. Я сейчас вам о нем расскажу, пока я не закончил видео. Именно я пользуюсь прицелом. Есть специальный вот здесь вот прицел. Он называется, сейчас скажу как. Где-то он здесь, вот он. Вот такой вот прицел. Он называется ЗУЛ. Вот он, ЗУЛ. Есть такой же, это типа как у Симпла, но я не знаю, ну только такой. Нет, а вообще я играю с Зулом, потому что именно Зул, он Зул, ну, то есть он уменьшается ну, то есть как бы как стандартный, но он Зул, он хороший. С него, когда ты зажимаешь, например, вот я зажал, и он уменьшается. Если я присел, если я вот так вот хожу, то есть так вот, ну вы понимаете, о чем я говорю вообще. То есть вот так вот можно стоять и раздавать просто хеды с него. Но это я играю, когда я снимаю, например, видео с основы. То есть, если я на основе играю, снимаю какой-нибудь видеоролик, то я беру Зул. Я скрываю интерфейс, чтобы не было прицела, ну а сам играю Зулом, потому что Зулом очень, ну то есть издалека даже попасть достаточно таки просто. Попасть и убить, например, любого игрока вот так. Ну, вы сами понимаете, о чем я говорю. Ну, а вообще, для обычных игр, для ММ, например, я использую именно прицел Эдварда. Я беру желтый цвет, потому что мне нравится желтый цвет, поэтому я ставлю желтый. Ну, то есть, что бы я играл в ММ, в обычной или в другой любой режим, я беру Эдварда, если я играю без прицела. Если я без прицела играю, то я беру Зул и скрываю прицел. Вот так вот. И, то есть, два нормальных прицела, вот реальные, вот, которые мне нравятся, это. Я вам не говорю, что вы должны пользоваться этими прицелами, но именно я сделал такой выбор, что я беру Зул, когда играю на основе и скрываю прицел, играю, например, там, для подборок снимаю, когда я беру Зул. То есть даже цвет не меняю, потому что цвет там и так желтый. А вот для всяких ММ, для обычных и так далее, я беру именно Эдварда, потому что, ну, проще всего вот так вот убить. Блин, это реально просто вот так вот встать и убивать просто. Вот смотрите. Раз, убил. Там даже вот так вот, например, что-то происходит, например, какой-то взрыв там или что-то еще. Хоп, раздал, хоп, раздал, хоп, еще раздал. Нет, не раздал, ну ладно.
Ну, смысл понятен, в общем, да, вот так вот. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.